Добрый вечер, друзья. Послушали, я думаю, мы с удовольствием гул и атмосферу стадиона. Эта арена, кстати, одна из самых духовитых в Италии. Луиджи Феррари в Генуе. Сегодня здесь Ювентус играет в гостях у Дженуа. Составы полностью. Матья Перин, голкипер Дженуа. 8-й номер Николас Бурдиссо. 87-й Алеандро Рози. 15-й Джованни Маркези. 13-й Лука Антонелли. 4-й Себастьян Де Майо. Это защитники. Дженуа, как и Юве, играет с тремя центральными защитниками. Маркези, Де Майо и Бурдиссо. Полузащита. 19-й Леандро Греко. 91-й Андреа Бертолаччи. И 38-й Роландо Мандрагора. Форварды 10-й Диего Перотти, чуть глубине, и центр форвард Маурисио Пинилья номер 9. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини. Массимилиано Аллегри тренирует Ювентус, состав его команды. Джан Луиджи Буффон. Также точно два латерали, 26-й Штефан Ликштайнер и Квадва самого номер 22. Центральные защитники 3-й Джорджо Хиелини, 5-й Анджело Агбонна и 19-й Леонардо Бонуччи. Тут коллеги, которые рисуют схему перед матчем, наши итальянские, создающие трансляцию, нарисовали в центре этой тройки не Бонуччи, а Агбонну. Я уже сейчас вижу, что это правда. Это, конечно, в высшей степени интересно. Бонуччи чуть правее, Хиелини чуть левее, Агбонна центральный защитник. Ну и дальше 8-й номер Клаудио Маркизио, 6-й Поль Погба, 23-й Артура Видаль. Сразу, я думаю, вы догадались, что не играет Андреа Пирло. Он признался тут в интервью небольшом Газета Делла Спорт, что мяч до него не доходил. И решил таки угловой назначить судья. Хотя иногда и поднимают флажки. Настолько откровенно это был пас в офсайд. Подача. Защита справляется. Я думаю, что это Бурдиссо был. Он вообще головой играет здорово. Ликштайнер! А почему бы не пробить? Ох, какой удар! Так клюнул мяч немножечко. Не знаю уж, благодаря рикошету или так. Но траектория выглядывала из-за угла. Да, наверное, из-за рикошета все-таки от ноги Маркезе. Ну что, принесли трусы-то? Нам, как Тевис переодевается. Главой подача. Нет. Не долетел мяч до Хиелини. Ну, там была суматоха, но это верхушка. На Ювентуса вообще, надо сказать, что Павел Недвед действительно забрался очень высоко. Наверное, немногие ожидали, что так будет развиваться его карьера после футбола. Пинилья с мячом. В центр идет. Тормозит. Подача красиво. Ой-ой-ой, это не Пинилья, прошу прощения, Бертолаччи был. Я спутал. А мы сдали 9-й, 91-й. Ну, в общем, это штрафной, конечно. Бонуччи. Тевец молодец. Даже сейчас головой играл. Как симпатично. А вот это тот самый парнишка, кстати. 17-летний, который дебютирует сегодня. А это Тевес. Тевес, Перин. Добивание будет? Нет. Антонелли. Красивый эпизод. Ну что? Разгорится игра. 22-я минута. Пока 0-0 в Генуе. Кстати, Мандрагора, по-моему, именно он был изящным финтом, развернувшись, обыграв там в середине поля соперника. И он потом мяч потерял, но скорее не он. Он был ни при чем. Это не удар. Бонуччи. Хотелось бы повтор момента посмотреть и определить, действительно ли этот парень. Еще имеют время. В любом случае, надо уважать и их желание. Я вообще всегда обращаюсь к коллегам. Прошу, не рассказывайте результаты параллельных матчей. И в Лиге чемпионов, и вот в таких турах, когда все играется. Ну, в Италии прежде всего, и в Англии тоже. Все играется в одно время.
Особенно матчей, которые мы показываем. Да и тех, которые мы не показываем, совершенно незачем. Игра сама по себе. Разворот какой Льоренте. Хорош. Штангу он пробил. Неожиданно. Легкомысленно сыграли против мощного форварда Юве защитники. Нет никакого офсайда. Льоренте получает мяч перед Бурдисо. И как раз аргентинец-то и не прав. Он его позволил пробить нападающему сопернику. Не знаю, уж показалось Бурдисо, что там фол какой-то был, что Льоренте рукой себе подыграл. Ничего подобного. Так вот, по поводу параллельных матчей. Он лишний раз позволяет задуматься над разницей в понятиях кражи и грабеж, которые у нас современные журналисты не знают вовсе. Тевес, ближний угол. Нет, не попадет. Каждый день читаешь, ограбили квартиру. Ну и сразу открываешь новость. Интересно, как там, кого связали, что дальше было. Выясняется, нет, взяли, просто обокрали. Почему-то не понимают, что это совершенно два разных русских слова. Кража – это когда не было хозяев, а грабеж, когда хозяева были в присутствии. Поэтому, если вытащили из квартиры в отсутствии, изящное падение Келлини. По-моему, кто-то ему сказал из соперников, ты падай-то падай, но зачем все эти кульбиты? Пак-бам. Центр уходит и готов бить по воротам. Ох, какой страшнейший выстрел, но мяч чуть-чуть сошел с ноги, и поскольку скорость высокая, он очень быстро набирал не только приближение к воротам, но и погрешность. И все-таки отдали вратарю. Никуда не смогли деться. Плотно играет Ювентус. В этом тоже есть своя красота, но хочется больше эмоций. Вернее, даже не эмоций, а футбольных событий. Ну все, я так понимаю, уже на перерыв надо идти. Так и есть. Отправляет арбитр Пауло Сильвио Мацолини, напомню, матч судит, команды в раздевалке. 0-0. Первый тайм позади. И даже моментов мало. Очень хочется верить, что второй будет поинтереснее. Перерыв. Сегодня любопытная деталь. Дебютирует 17-летний полузащитник Роландо Мандрагора. Именно так, с таким ударением фамилию назвал в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис информатор. Не очень шоуменский стиль здесь Генуе объявлять. Не ждут, пока публика выкрикнет фамилию. Ничего особенно захватывающего в этой манере, но громкий отчет. Порто защищает Матиа Перин. В обороне 8-й Бурдиссо. В самом центре, чуть левее от него, 15-й Маркезе. И правее 4-й Де Майо, француз. Дальше на бровке справа Рози, 87-й. Слева 13-й номер капитан команды Антонелли. Полузащита, 19-й Грег Амон. Хорошее скрещивание получилось. Мяч у штрафной, удар. Так же, как у Погба в первом тайме, свалился мяч с ноги у Лихштайнера и улетел в сторону. Но траектория так по высоте была неприятной для вратаря. Таким ударом теоретически можно и забить. За шиворот голкипер мяч забросил. Угловых у Юве уже порядком набралось. Подача, удар в ближний угол. И Бонуччи едва не открывает счет. Здорово, с отклонением. Звонко пробил. Хотя и крутился мяч, но это был плотный, а не вялый удар. И направление было хорошим. Но чуть-чуть не попал. Матиа Перин выбивает на Алеандро Рози. Того перепрыгивает Асамо. И бросать будет Дженуа. Потому
что Льоренте сегодня принял один мяч штрафной, даже пробил, попал в штангу. Но это скорее было случайностью. Вот хорошая подача. А само, как ловко здесь сыграл. Но первым был его партнер. По-моему, Агбонна сумел. Телепатическая связь. Хорошая подача, плотная, удобная, но выбили Туринцу. Удар Маркезе попал в створ. И понятное дело, что Буффон не стал здесь рисковать. Ну что, момент. Не момент, конечно, голевой, что Буффон такой мяч пропустить не может. Но момент, который может оживить игру и жизнь на футбольном поле. Генуэзцы не могут не помнить прошлогодний матч, в котором они проиграли 0-1. Тевес. Сегодня как-то смазку не подобрали игроки Ювентуса, что не удар, то мяч с ноги сходит. И Погба, и Лихштайнер, и даже Тевес теперь пробил. Но посмотрите, чем оборачивается появление на поле Марата. Сразу появился мяч у его партнера по атаке. Это здорово. Так вот, не могут не помнить, как все обернулось в прошлом году генуэзцы. Они старательно играли, пенальти не реализовали и за 10 минут до конца пропустили решающий мяч. Ну, здесь, если Ювентус не удержат они на привязи, то, конечно, Юве выиграет. Вот Марата успел чудом буквально защитник без фола уже в штрафной снять его мяч. У него с ноги теперь Киелини. Ну и что, ответная атака. Панучи снимает мяч. Лихштайнер. Но аут в пользу Дженуа. Не более чем передышка. Так, за футбол. За гербик. Еще один Перин. Выиграл мяч не без труда. Лихштайнер. Еще Лихштайнер. Агбонна. Штанга. Офсайда нет. Не было офсайда. Повезло Джену. На 70-й минуте. 1-1 выскочил и перебросил мяч через вратаря. Да даже не 1-1, а двое на одного. Бануччи, Агбонна. Смотреть повтор. Ювентус серьезно упрекают в Италии за то, что судьи благоволят. Может быть, даже Ювентус здесь ни при чем. Судьи виноваты. Но многовато пенальти, многовато решений в пользу туринцев. Давайте смотреть. Агбонна в правильном положении. Бануччи нет. Бануччи мяча не трогал. Я согласен на этот раз с арбитром. Агбонна сыграл. То, что Бануччи ему помогал, по-моему, его пассивный офсайд в активный не превратило. Выбивать нужно Де Майоми. Правильно. Не подсовывать вратарю, не пытаться на торможении уходить от соперника, а просто выбивать вал. Тевес. Рискованный перевод Киелини. Удар в сегодняшнем стиле. 4 таких удара мы уже увидели. Щечки там намазаны у них румянцем. Пиротти действительно сегодня ни разу толком в ритм атаки не попал. В эпизодах где-то был заметен, и то реже, чем остальные, чем Бертолаччи, например. И даже Маркезе, который постоянно подключается. Подача, удар по воротам. Ну что, это в створ. Бертолаччи пробил. Похоже. 33 нарушения. 33 нарушения. Это сокращенная, видимо, кубка. Кличку себе в Италии придумал Юрай Куцко. Ох, как
хорошо по центру Марата. У него сумасшедшая скорость. Он пробрасывает мимо Бурдисо. Далековато ушел в край. Дождался партнера. Удар в ближний угол. Перин. Ну что, момент. Хороший момент. Не голевой, правда, но хороший. У вас спрашивают, какая зарплата? Хорошая? Хорошая. Но маленькая. Так и момент. Альваро Марата. Подача! Ой, как было страшно, я думаю. Сейчас болельщиком Джено. Перин удержал мяч в поле. И лежит себе, там валяется. Недалеко ли ушел, забрался француз? Желтая карточка Себастьяна Демайо. Увлекся атакой. Отпустил мяч. Дал по ногам. Все это мы сегодня уже видели. По диагонали, и очень хорошая прошла на Тевеса. Палить здесь опасно. Тевес, скидка на Марату. Марата, удар! Матье Перин, боже мой, как он вытащил мяч. Марате-то не везет на вратаре несчастному, а? Там в Греции, может быть, лучший матч жизни выдал. Вратарь Олимпиакоса, теперь вратарь Дженуа, то же самое. Опасно, удар Марата, Перин! И ведь здесь был уже офсайд. Но бог с ним, с офсайдом. Перин-то что творит? Вместо офсайда, который сразу бы, да, разыграли бы, может быть, тут удар от ворот лишние 10 секунд. Да? Тут свободный мог бы быть быстрее. Минута. Результат логичный, хотя и досадный. Отчасти. Сегодня мы увидели много очень правильной игры в обороне. И вот выход из нее родимый получится. Перотти и Матри. Ну, все-таки Матри мяч получил от партнера, скинул обратно. А здесь может быть перевес численный. Но переведи в центр, дальше на противоположный фланг. Матри в штрафной, опасно. Ох, как опасно! Это очень опасно! И это гол! Гол! На 94-й минуте Джело забивает победный мяч. Матри сделал этот гол. Ах, какая красота. Да, все-таки слишком академичный матч Юве провел. Понимал, что 0-0 это не слишком большая потеря. И вот он при Тьозе ликует. И забил Лука Антонини. Замены Гасперини сработали. Потому что забил латераль с противоположного фланга, да. А на этом фланге оттянул на себя внимание. Разыграл с партнером комбинацию, другой вышел на замену Матри. Офсайдик маленький. В момент предыдущий еще был у Антонини. Но момент продолжается. Это уже другая фаза атаки. И переводя здесь мяч в сторону партнера, уже оставался с этим мячом чуть-чуть впереди. Матри, финальный свисток, 1-0. Дженуа выигрывает у Ювентуса, давая шанс Роме, ну а главное себе самой подняться повыше в турнирной таблице. Что там у Ромы, это вы можете узнать из новостей или посмотрев отдельно в записи наш эфир, как там Рома играла с Чезеной. А здесь игра завершена. Ювентус остается с 22 очками. Дженуа после этой героической победы, первой за многие годы над старой сеньорой, набирает 15 и поднимается очень близко к лидерам. Ну что, вот так мы с вами, как тот самый форвард, да, 90 минут стояли, болтали, смотрели глубокомысленный футбол, он таким и был. А все превратилось бы во взрыв, этот самый гол, который привел футбол на вершину экстаза. Здорово это, здорово. Таким футбол и должен быть. Иногда нужно потерпеть для того, чтобы получить удовольствие. Правда, друзья? Спасибо вам за внимание. Комментировал Александр Шмурнов. Мы еще раз посмотрим этот гол и попрощаемся. До новых матчей
итальянской серии А. Arrivederci, grazie.